Как мы знаем, с помощью обычной ручной отвертки можно закрутить или, если необходимо, то и выкрутить очень большое количество шуруп. А как быть, если вам каждый день необходимо делать это, или, к примеру, нужно дома собрать мебель, при этом закрутив большое количество всевозможных шуруп? Можно напрячься и, скрипя зубами, крутить шурупы, пока на руках не появятся мозоли, или они просто не устанут. А можно обзавестись электрической отверткой, например, такой, как эта, ПТ-1146Р. Она прекрасно подходит для ремонта компьютерной техники, электрооборудования, а также для работы по дому. Электроотвертка выполнена из прочного пластика. Питание отвертки происходит от нити из металлогибридного аккумулятора мощностью 3,6 вольт, 1300 мАч, что совершенно безопасно при работе с ней. Скорость вращения 250 оборотов в минуту, а вращающий момент, который имеет 22 позиции настройки, достигает в максимальном своем значении 30 кг в сантиметр. Для подзарядки аккумулятора в комплекте с отверткой есть адаптер питания. В работе данная отвертка очень удобна, отлично ложится в руку. Кнопка управления располагается очень удобно и позволяет регулировать направление вращения как на закручивание, так и на откручивание шурупа одним нажатием. Также при работе отверткой в темных местах имеется возможность подсветки. Для этого необходимо просто переключатель. Помимо адаптера в набор также входит набор из 6 бит. Есть как крестообразная, так и плоская. При желании этот набор можно увеличить, просто докупив необходимые в работе биты. В рукоятку отвертки вмонтирован, как видите, ремешок, что очень удобно, позволяет вешать ее. А если вам это не приносит неудобства, то можно поместить отвертку в специальную сумку, поставляемую в комплекте. Вот таким вот образом. И повесить ее на пояс. Также в сумку можно закрепить те самые биты. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6 суммированных таких чехольчиков для них. Использование электроотвертки позволит вам увеличить производительность вашей работы и избежать переутомления.